Древними необъяснимыми путями, как и птицы, по зову инстинкта в начале зимы подходят к побережью Ледовитого океана косяки Наваги. Они устремляются в Белое море, в Обскую и Печерскую губу. И тогда руби лед, ставь рюжи. 315 таких сетей-ловушек поставили рыбаки из прибрежных ненецких колхозов. И, как видно, не напрасно. В пургу и мороз вместе с другими рыболовецкими бригадами, чтобы выбрать богатый улов, выходят рыбаки из поселка Фариха. Свежемороженая в буквальном смысле этого слова рыба через несколько часов поступит на прилавки магазинов.